Вся жизнь Древинграда на время фестиваля подчинена музыке. Утро – время тишины. Пока голос вокалистов спит, на главной сцене никто не выступает. Но все меняется после обеда. Улицы наполняются туристами и переливами арий и концертов. Участники везут в Сербию самые выразительные программы. Но прежде чем выйти на сцену, юные музыканты учатся на ней держаться. Как победить волнение, не только рассказал, но и показал популярный сербский и российский актер Милош Бикович. Это я вот так делаю, через левое плечо в другую сторону. Кустендорф Классик – фестиваль русской классической музыки. Ее здесь будут петь и играть на клавишных, струнах и духовых инструментах. Этот музыкальный форум – воплощенная мечта сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы. 7 лет назад деревня, построенная как декорации для его фильма «Жизнь как чудо», обрела новое рождение. Теперь каждое лето при поддержке компании «Газпромнефть» здесь проходит фестиваль, где на одной сцене встречаются мировые звезды и начинающие музыканты. Здесь все варится вот в музыке, все вот это вместе перемешанное, вот это ассорти, вот все здесь и поют, и играют. То есть, получается, здесь и кофе пьют, и тут же серьезная классика, профессионалы, и все это, ну, замечательно. Вот это все, наверное, это все в современном духе. Чтобы неожиданный дождь не сорвал выступление музыкантов, в Древинграде построено несколько площадок. В первый же день такой подход себя оправдал, все-таки Мокра Гора получила свое название не просто. Просто так. Прослушивание участников проходило в концертном зале, расположенном внутри скалы. Петь здесь, призналась после выступления омская участница София Талалаева, было непросто. Получит ли она золотую матрешку, главный приз фестиваля пока неизвестно, но похвалу Амичка уже заслужила. Да, молодец. Это наша первая ласточка сегодня. То, что я сегодня увидел, замечательно, на этой теплой, прекрасной сербской земле. Такие прекрасные голоса. Ребятки играют на рояле, на инструментах, на скрипочке, я видел, на саксофоне. Здорово, здорово. Желаю всем удачи, здоровья и, конечно, бойцовского силы духа. Потому что, если ты артист, ты должен быть боец. На фестивале у музыкантов не одна, а 12 минут славы. И ни секунды больше. Регламент выступлений жесткий, участников больше 50. Жюри предстоит непростая работа. Но самые строгие судьи здесь все-таки сами участники. Я рада, что я отыграла. Вот, много эмоций и устала. Эмир Кустурица появился перед гостями фестиваля вечером на церемонии открытия. В этом году она состоялась в день рождения национального героя Сербии Николы Теслы. Его именем в Белграде назван аэропорт, а в волшебном городке Кустурицы – главная площадь. И это только начало. Впереди 2 конкурсных дня выступления солиста Мариинского театра Василия Гирелла. Словом, много музыки, которая в эти июльские дни живет каждый гость Древинграда. Наталья Рогалева, Сергей Никифоров, 12 канал, Сербия.